Здравствуйте! Мы приветствуем вас на телеканале Shop & Show и я, ведущая рубрики «Украшения» Инна. Канал Shop & Show представляет вашему вниманию серьги Palais Royal из эксклюзивной ювелирной коллекции «Весна в Париже». Дизайнеры специально для нашего телеканала изготовили эту удивительную и по своей сути очень красивую коллекцию. «Весна в Париже» — это не просто слова, это осуществление вашей мечты. Давайте поподробнее рассмотрим эти серьги. Итак, серьги выполнены из специального ювелирного сплава, покрытого 18-каратным золотом. Толщина покрытия 1 микрон. Центральная вставка этих сережек в данном случае выполнена из хризолита, который называется шпинель. Это камень глубокого, такого темного цвета, который напоминает мне глубину океана. Посмотрите, как он играет и переливается. В этом камне 57 граней. Его держат 4 лапки крапана, которые надежно фиксируют этот камень в центре. Также обращаю ваше внимание на то, что этот камень окружен 14 цирконами, которые своим сиянием подчеркивают как бы, и оттеняют глубину этого камня. Теперь обратите внимание, что другой камень, который украшает как бы, такую же сережку, это тоже хризолит, но он называется шпинель и имеет цвет такой золотисто-зеленый. Посмотрите, как он переливается. Какая игра цвета и света, как отражаются лучики от этого камня. И также он находится в окружении 14 белых цирконов круглой огранки. Хочу рассказать вам немножко о замке в этих сережках. Это так называемый итальянский тип замка Омега. Он самый современный и самый надежный. А также он очень удобен тем, что он распределяет давление на мочку уха между декоративным элементом и застежкой-клипсой. Посмотрите, как легко и просто он застегивается. Сам стержень выполнен из серебра и покрыт золотом. Это необходимо для того, чтобы избежать дискомфорта, раздражения или каких бы то ни было других неприятных ощущений. Когда вы выбираете ювелирные украшения, обязательно обращайте свое внимание на то, из чего сделано то или иное украшение, чтобы избежать каких-то неприятных моментов, связанных с ношением этого украшения. Стиль этого украшения классический. Недаром эти ювелирные серьги называются Palais Royal. Palais Royal – это прекрасный дворец с площадью и парком, который находится в самом центре Парижа, прямо совсем рядом с Лувром. Друзья мои, делая такой подарок, вы подчеркнете статусность и прекрасный вкус своей близкой подруги или самой себя. То есть, если вы оденете такое украшение, допустим, с вечерним платьем, вы обязательно услышите в свой адрес множество комплиментов. Посмотрите, как красиво и изысканно смотрится эта сережка на моей мочке, как она подчеркивает своим сиянием. Да? Мочку уха. Просто невозможно, я думаю, что невозможно не сделать комплимент девушке, у которой такие удивительно красивые украшения. Итак, серьги Palais Royal. Два камня, один из которых глубокого темно-синего цвета, а другой золотисто-зеленого оттенка, который входит в коллекцию «Весна в Париже». Цена Shop & Show 1490 рублей. Весна в Париже – это замечательное время года. Весна в Париже будет в душе у вас с нашим телеканалом Shop & Show. А с вами была я, ведущая рубрики «Украшения» Инна.